Это как защитные действия, как атакующие действия. Например, вот они двое стоят, вот кто, подошли к вам. Как атакующие действия, это же самое. Пам-пам! То есть видите? Да, да! Сейчас мы идем и делаем это. Поехали. Он мне бьет, например, на лукик. Оп, да, да. То есть, понимаете, мы не должны раз и встать. Да, да, да. Сразу туда бросить. То есть, работаем по этажам. Смотрите. Раз, туда, сюда. Раз, туда. То есть, я люблю бить всегда в пам. Передача импульса. Тум. Пошли. Опа. Он сразу тут приехал. Раз. Да? Две руки. Ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Там, раз! Оп, он проходит. Ну, туда, все, пошли, да. Это вы передаете этот импульс. Оп. И пошли дальше. Он туда ушел, ты разорвался? Да. Все. Бум! Все отдалось туда, и ты прервал эту цепь, то есть возврата в тебя нет. Поэтому удар не должен быть мышечной силой. Удар должен быть структурный. Структурный. Бам, структуру поставили и вернули. То есть ты его разгони, и как шлагбаум воткни, и все. И тут никаких мышц здесь ни при чем. Там нет никаких мышц, он не болтается, шлагбаум. Он просто был закрыт. Снесло тебя. Вот то же самое происходит. Вот он шлагбаум. Он попал в него, и ты просто... Нет делений на раз, два, три. Мы провернули. Дали. Закончили. Опять, смотрите, пронация. Супинация. Добили. От ноги практически не отрываемся. Оп! Бум. Как бы он резко не бил. Еще хуже стало. Еще хуже. Если здесь не успели, там добавили. Далее, опять же, вариант. Мы сюда ему. Первый сейчас мы сюда работаем. Потом сюда работаем. Все. И ладно, уже он даже ничего не успеет сделать. Тут я уже с ним закончил. Раз, два. Плюсовое движение. Три. И просто. Сюда. Вот. Все. Ушли. Локоточек выпустили. Перевели опять движение через супинацию. Опять ушли на пронацию. Почему я это объясняю? Тема у нас такая. Супинация, пронация. И все. Вот это движение туда. Видите, удар. Теперь опять выход. Все зависит уже от дистанции. На локоть может налететь, может туда улететь и пройти дальше. То есть мы все время, это удар, который чуть-чуть шокирует и протаскивает. Немножко протаскивает. Протаскивает не за счет вот этого, как мы имеем, не держать и не пущать. То есть этого не должно быть. То есть мы его за счет вот этого, видите? Сейчас я его не бью, а просто протаскиваю. А теперь это удар. Я блокирую. То есть получилось, я и защиту ставлю, и ударную защиту ставлю, супинация делаю. И пронация сразу. Как вы видите, что это движение не имеет паузы. Оно не имеет паузы. Поэтому у него нет возможности защититься.